Итак, всем привет, с вами Суслик 415, и мы продолжаем прохождение игры Джеймс Бонд Bloodstone. Как и обещал, я вот сегодня третью часть, вот уже записываю сейчас, вот это третья. А вторая только что залилась. Ой. Тут мы на реакцию чисто. Оп. Вообще вот. Красивые места, да? И правда. Когда в первый раз играешь, это вообще так неожиданно. Но для меня сейчас тоже было неожиданно, так как я давно не играл. Все равно это было круто. Такие взяли его, сломали. Открываем дверь. Ну тут-то можно хоть стелсом поиграть, надеюсь. Так. Что-то надо доступ закрыть. Этот замок вы взломать не сможете. Другая система. Найдите иной путь внутрь. Окей. Убедил, чувак, убедил. Так, здесь. Ага, ясно. Ох. Вот все-таки какой разнообразный тут геймплей, а. Мне кажется, это очень привлекательное предложение. Разве не так? Ночью все привлекательно. Дают поползать, как Принц Перси, не знаю, Assassin's Creed. Даже там. Степан. Сколько, Николь? Расстреляют за укрытиями посидеть. Чтобы сорвать джекпот. Кейн Линч или Gears of War. Нет риска, нет и денег. Так, все, переползли. Что это? Как же понять, что это? Только не говорите, что меня пальнули. Серьезно. Куда нам дальше? Смартфон. А, о. Так, сейчас наоборот взломать бешеный замок. Так, все. Смотрим видео. В чем была цель исследований? Я же сказал. Мы изучали сибирскую язву и черную оспу, чтобы создать вакцины. На случай применения биологического оружия. Что? Только вакцины? Не искали возможность боевого применения вирусов? Нет. Нет? Тогда почему материалы зашифрованы? Я объяснил. Я работал дома. Говори, какой пароль к флешке? Дай мне ключ к шифру. Хватит. Не надо. Я скажу. Это мой телефон. Мой номер. Спасибо. Так, и тут срабатывает сигнализация. И нам придется вытаскивать свою задницу любым способом. А каким? В общем-то, можно было встать вот за этой вот дверью, как бы нас бы не попалили. Но я сейчас иным путем попытаюсь. Может, даже глупым. Отчасти. Так, одного залпа. Чтоб нам дали. Ну, быстро-быстро, как уже поняли. Потом вот этого так, и этого. Быстро-быстро вообще. Вот и все. Так. Значит. Нафиг на
взрываться был. Опс. Как использую я, пожалуй. УЗИшку я, кстати, автомат вообще редко выберу, там в конце это только использую. Потому что там уж слишком сильный пристрел становится. Так обычно. Николь, где вы? Пытаюсь действовать чисто. В чем дело? Казино закрыли. Быстрее подгоните машину ко входу. Что вы задумали? Есть идея, как выкрутиться. Есть идея, говоришь? Давай. Сейчас будет офигенный матч. Открываем дверь и... Это я вам говорю. Ой, не жить. Я стреляю с пистолета. Ладно. Это уже красиво. Надеюсь, больше FPS не будет лагать. Они не должны больше лагать. Так как я, кажется, исправил проблему, как-то вторая часть, вот это просто были ужасные лаги, играть было невозможно. Но сейчас я все исправил. Все, кто выбежали, померли с вас. Так, кстати, у нас так быстро получилось, даже очень быстро, посыпаться с противником. Довольно-таки. Обычно это место намного дольше походит. Сейчас. Вот ты мне повезло, что... Ладно, убью я. Мне нравится, мне нужно. Так. Вышибаем еще одну дверь. И здесь у нас будет чуточку посложнее перестрелка. Ну иди быстрее сюда, чел. Красавчик. Yes. Жаль, тут как станку хлопает, кусочку углов, колон, нельзя их сломать. По физике, короче, деревянные. Так. Так. Оп, побежали еще чуть-чуть. Он двоих снял. Так, с ними. И, пожалуй, вот с этим... С этим челом рукопашную сейчас разберусь. Как бы меня не убили. Ну, жизни даже на среднем уровне очень быстро останавливаются. И повторюсь, уже эта игра очень легкая. Просто очень. Я как сказал, что на легком меня чуть не убили. Прозрачные трупы, как модер лапы. Где вы? Я уже иду. Готовьтесь ехать. Так, и сейчас вообще полная жопа просто. Если не ошибаюсь, если это место, то сейчас будет жопа. Еще раз. Так. Ладно, пойду я выбегу. Лучше ближе встать. О, да, вот я к этому и говорил. Ладно, придется нам брать АК. Короче, тут уже. Хотя я, честно скажу, вообще никогда. Ну, я уже говорил, что этот стрельный не так не очень убил. Именно вот автомат. И сейчас это меня вынуждает просто. Или получить пулю в лоб. Или автомат. Ой, фига какие NPC у меня. Просто офигенно. Все, последний кружок остался. А нет, еще новая партия пошла. Как бы волнами такими идут. И смотрим.
Вот, сухой, как любите. А что у вас? То же самое, как вы. Не люблю дамские коктейли. Бонд, слышите? Да, Эм, слышу. Николь, вы позволите нам с агентом поговорить с глазу на глаз? Я должна быть уверена. Конечно, разумеется. Мадни, что удалось найти? Мы перевели все документы, которые вы сфотографировали в офисе Померова. Большая часть из них — это счета на поставку сложного химического оборудования на старую фабрику химикатов в Сибири, где Померов недавно запустил производство. Все сходится. Они пытали Тедварда, ученого, чтобы он выдал им свои формулы. Он работал над вакциной от сибирской язвы для солдат. Хороший материал для создания этого оружия. Этого мы опасаемся. Нет. Этого опасается весь мир. Отправляйтесь туда. Вы должны остановить Померова. Возможно, мисс Хантер поможет вам это устроить. Я с ней поговорю. Хорошо. Удачи, 007. Вы закончили? Мне нужно на сибирскую фабрику Померова. М считает, что вы можете помочь. Нужен самолет, транспорт на месте, связной и... Стойте, стойте, не так быстро. Мы с Померовым еще обсуждаем бизнес-предложение. И под этим прикрытием мы с вами легко попадем на фабрику. Разве мы? М просила помочь, не сопровождать. И как же иначе я дам вам шанс посетить Сибирь? Любопытно. Есть у кого одолжить самолет? Соедините меня с Рудольфом. Я даже не удивлен. Вам понравится. На борту душ, винный бар и огромнейшая круглая кровать. Да, подожду. Что? Почему вы так смотрите? Кровать и бар для вас, а я поведу самолет. Мило, что Рудольф одолжил нам машину. Это его не стеснит? У него их 6, не проблема. На что еще тут тратить деньги, кроме бриллиантов и часов? И зачем вам в это ввязываться? Не верится, что Померов может быть в чем-то замешан. Он был мне как родной. Въезд прямо по дороге. Помните, что я говорил? Все по плану, без фокусов. Дело серьезное. А они поверят, что вы телохранитель? Было бы странно, если бы вы явились без охраны. Да, Россия. Без охраны ни шагу. Хорошо. Ну что же, ваш выход. Остановите! Я пришла к Степану Померову. Он ждет вас? А сами-то как думаете? Мой охранник подождет меня здесь. Ему нужно перекусить. Поставьте машину вон там. Он пусть ждет в гараже. Спасибо. Сдайте оружие. У вас 5 минут, чтобы попасть в кабинет Померова. Потом подниму шум. Я справлюсь. В этом вся суть. Да. Извините, что отвлекаю. Нам удалось взломать сервер Померова и найти материалы исследований Тедварда, но скопировать их не успели. Скачайте материалы через центральный терминал в серверной. Думаю, получится. Как туда попасть? Отправил координаты вам на смартфон. Ну, и на этом я с вами прощаюсь. С вами был Сухик. И всем пока.